Сильвестр Сталлоне. Пока зрители обсуждали асимметричное лицо Сильвестра Сталлоне, он не терял времени зря. В его постели побывали Шер, Линда Евангелиста, Сибил Шепард и многие другие известные и неизвестные женщины. К 50-летию актера еженедельник Стар опубликовал список всех женщин Сильвестра, и по данным издания их оказалось около 600 человек. Мишель Родригес, звезда «Форсажа», призналась, что она была раздавлена известием о гибели ее лучшего друга, актера Пола Уокера. Мишель не находила себе места от боли утраты. Она злоупотребляла алкоголем и вступала в беспорядочные связи. В общей сложности Родригес насчитала 20 мужчин, с которыми она была. Брэдли Купер, первая жена Брэдли Купера, Дженнифер Эспозито, считает его домашним тираном. Вторая супруга, Ирина Шейк, после второй неудачной попытки сойтись, приняла решение разорвать отношения с этим человеком. Бывший приятель Купера рассказал журналистам, что все дело не только в абьюзивном характере актера, но и в его бесконечных изменах. Рита Ора. Рита Ора призналась, что добилась своей популярности через постель. Девушка насчитала 20 ухажеров, среди которых были Джона Хилл, Джей Зи, Эндрю Гарфилд, Роб Кардашьян и многие другие. Сегодня Рита нашла успокоение в браке с австралийским актером и режиссером Тайкой Вайтити. Эми Шумер. Если девушки думают, что личная жизнь есть только у стройнейших, они глубоко заблуждаются. Актриса Эми Шумер на своем примере доказала, что вес, рост и внешность никак не влияют на крепкую любовью или мимолетную романтику. Эми насчитала у себя 28 мужчин. Дэниел Рэдклифф. Дэниел Рэдклифф признался, что был только с 8 девушками. Однако, некоторые источники предоставляют информацию как минимум о 15 женщин-актера. Кому верить, а кто занижает свои способности, решать поклонникам главного волшебника. Лана Дель Рей. Как и Рита Ора, Лана Дель Рей не отрицает, что с некоторыми из своих мужчин она спала исключительно ради продвижения ее музыкальной карьеры. Певица рассказала, что сбилась со счета своих партнеров, но по ее подсчетам их было около 40 человек. Мик Джаггер. Мик Джаггер смог стать одним из главных ловеласов столетия. Это еще одно доказательство того, что вес, рост и внешность не играют никакого значения, а главный секрет – в личности человека. За 75 лет Джаггер переспал с более чем 4000 женщин. Он был дважды женат, и у него 8 детей от 5 женщин. Дженис Диккенсон. По рассказам супермодели, на пике своей карьеры она побывала в объятиях тысячи мужчин. Наиболее известные партнеры Дженис – Сильвестр Сталлоне, Джек Николсон, Роман Полански, Лиам Нисон и другие. До сих пор Диккенсон, несмотря на свою испорченную пластикой внешность, пользуется успехом у мужчин.